Очередной фильм, и сегодня у нас был мастер-класс по пачанге. Пачанга в моем исполнении делается как не пачанга ради пачанги, потому что очень много преподавателей, очень много мастер-классов про пачангу, и это прям очень круто. Я же, когда в городах только-только мамбос развивается, пачангу даю как некая привязка, некая такая вспомогательная точка для мамбоса. Вот. Сегодня мы сделали базовые движения с разными вариациями, и чего у нас получилось? Смотрим. Первое, что мы берем всегда за основу, это вот эта история кач. Причем кач вот такой, таким образом, чтобы люди поймали две крайние точки. Да? Точка в коленке, точка в дальнем бедре. Тинг, пумс. Вот. И свое тело приводили в некое вот такое вот собранное состояние, при этом в расслаблении. Вот. И дальше очень важны такие истории, которые со временем приводят к бейсику. По чанге это вот пумс со сменой веса. Вес меняем, ногу отводим. Вся эта вот история, она прям очень важна. Да? И пум. Нога, ки-ки, па, ку-ку. Вот, на этом движении мы всегда берем эту дорожку из четырех движений, похожую на твист, пимс, и заканчиваем под коленку, уно, и дос, и трес, и кватр, да, спиной. И уно, и дос, и трес, и кватро, и синко, и сей, и сьете, и очо. И здесь мы все время обращаем внимание, чтобы люди не свалились к твисту, а продолжали делать это бедро вперед, бедро назад. Второе движение, которое мы взяли, я уже забыл. Это было вот эта очень распространенная история и в мамбо-футворках, когда мы делаем медленно, медленно, быстро, 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 только в стилистике пачанки. Да, у нас коленки вместе туда, коленки вместе туда, и шаг, 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 все на кач-пум, ку-кум, ки-ким, па, ку-кум. И коленка, коленка, и су-си-кью, ки-ким. Там нет никакого су-си-кью, как вы понимаете. И спиной. И пум, куда мы делаем? И тум, ку-кум, ки-ким, па, ку-кум, ча-ча-пум, ку-кум, ку-кум, па, ку-кум. Вот. Это второе движение. Третье. Третье – это все, что приводит нас к сусикью. Да, вот эти вот, когда нога идет в кросс, когда идет нога в кросс, но именно на вот этой скачущей пачанговской, вот этой вот кабаевской ритма стилистики мы вот приводим себя к разным вариантам шагов. Мы можем делать по два, мы можем делать по одному. Вот. И у танцоров, особенно у начинающих, всегда калибровка идет ног, корпуса и рук. И вот здесь на пачанге можно очень много придумывать разных вещей, когда мы посвящаем часть внимания еще нашим конечностям. Вот на вот этой истории мы делаем скакалку. Пум, ку-кум, пум, ку-кум, пум, ку-кум. Можем по два, по два, по два. Очень развивает, поэтому рекомендую, используйте. Вот, и на пачанговских вещах мы всегда вот на вот этих сусикью вещах выходим вот в эту историю, когда мы спрыгиваем с ноги, возвращаемся. Пум, ку-кум, ку-кум, помедленно. И мы делаем шаг, так же самое через кач. Уходим с бедром назад, возвращаемся с бедром вперед. И меняем ногу на бедре назад. Вниз, назад, вниз, назад, вниз, назад, вниз, назад, да? Сбоку. И пум, ки-ким, ку-кум, па, ку-кум. Тики-пум, ку-кум, ки-ким, па, ку-кум. Тум, ку-кум, ку-кум, па. Вот этот человек, который пришел в 5 минут до занятия, вот, делает все правильно, но с другой ноги, и это не страшно. Это же Наталья Серенко. Вот. И получилась вот такая дорожка. Давайте вместе попробуем изобразить. И база, ку-кум, ки-ким, па, пошли. И 4, и 2, и 3, поменяли направление. И 4, и 2, и 3 сразу. Ту-дымс, и кросс, пам, ту-тум, па, ки-ким, ты-ки-кум, ку-кум, ку-кум, па, ку-кум. И на дорожку, 7, го по 2. Тинк, ку-кум, ку-кум, па, ты-ки-кум, ку-кум. И выходим. И 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, и па. Ход Винтертур, пачанга мастер-класс. Все событие посвящено двум разным стилистикам сальса. Сальса, мамбо и кубинское направление. И через разные вот эти вот комплектации мы людей сводим к одному общему танцевальному музыкальному явлению под названием сальса. Вот. Сегодня это была пачанга, с вами был Андрей Корзун. Моя офигенная междугородняя команда. Архангел Огородцев, Архангел Огородок и великая Наталья Серенко. Спасибо за внимание.